Всем добрый день, меня зовут Надежда, и вы на моем канале. И сегодня у меня очередное отчетное видео в совместном проекте «Ликвидация», который организовала Анна Полозняк и Галина канал Good Knitting. Девчонки давали задание на эту неделю связать к лету, да, летние вещи, и я продвигала футболочку, которую я вяжу для дочки. Спинка у меня уже была связана. Вот она отдельная деталька, да. И я довязала, провязала почти половину уже передней части. Довязала до момента, когда мне нужно уже делать прибавки на расширение. Вот такие же, как на спинке. У меня вот здесь вот спинка расширяется. Сейчас я попробую вам показать. Вот так вот. До сюда у меня довязано, да, просто по прямой. А здесь, дабы не делать рукавов, да, я здесь спустила на спуск такой методом прибавочек. И вот у меня уже связан перед на таком вот уровне. Сейчас я покажу. Вот так вот рисунок, да, по в линии хвост, по-моему, он называется, да. Так вот он выглядит. И буду продолжать, конечно же, вязать, потому что лето у нас не за горами, да. Один моточек у меня уже практически связан, и буду привязывать второй. Я покупала 200 грамм такой пряжицы, и я думаю, что на 42-й дочке на размер вполне мне ее хватит. В моточках было по 50 грамм. Сейчас я вам покажу, что за пряжица, если не видели. Это Alize Forever Simli, если я правильно читаю. Насколько я могу понять, это микрофибра. Колор 55, по-моему, нет, 65, по-моему, да? На 50 грамм 280 метров. Ниточка довольно тоненькая, я вяжу двоечкой. Вот. И за счет того, что это все тоненькое полотно, спицы маленькие, процесс движется довольно медленно. Хотя я, казалось бы, да, вяжу немедленно. Меня вяжу быстро, но тем не менее. Меня в последнее время что-то захватили проекты, да, которые тяжутся тонкими спицами. С чего бы это вдруг? Не знаю. Наверное, лето, весна. Вот. Это все, что у меня было провязано по данному проекту. И, в принципе, в сегодняшнюю, на этой неделе, да, по данному заданию, к сожалению, пойму, это провязано все. Да, мне хотелось бы больше, но что есть, то есть. Я буду эту кофточку продвигать дальше, наверное, на следующей неделе. Вот. Потому что, как я уже сказала, лето хочу закончить дочке, ну и продолжить вязать свою, которую я начинала для себя. Вот она у меня там тоже подходит уже к завершению. Мне остались только рукава по факту довязать и ее собрать. Изделия все оба будут сшивными. Вот. Чем я еще занималась на этой неделе, давайте вкратце расскажу. Да, я же влезла еще в один проект, который организовала Валентина. Этот проект называется совместный тоже. «Весна шагает по планете». Этот отчет, да, по этому совместному проекту, в который я вошла, будет уже завтра. Если вам будет интересно, то, конечно же, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать видео подобного формата. Вот, в том проекте я буду довязывать, конечно же, мои следочки, которые я поначинала и на которых у меня не хватает времени. И это будет своего рода мне пинком под зад. Вот, девчонки, поэтому да. Проекты, проекты и проекты. Что мне они дадут, столько много проектов. Толчок хороший, чтобы я наконец-таки взяла себя в руки и довязала свои свои начинания, то, что я начинала, потому что работ много на спицах у меня, для меня много. Их порядка 9 штук сейчас, и, как говорится, руки у меня только 2. Вот, девчонки, поэтому я последнее время даже не снимала, последние пару месяцев не снимала видео о готовых работах. И, скорее всего, что я его сниму уже под видео подобного плана в конце марта,
в отчете ликвидация, да, в последнем итоговом, и приурочу его видео и как к итогам ликвидации, и как к готовым работам, потому что я все-таки думаю, что мне будет там что вам показать уже в конце марта, и готовые работы в том числе. Вот, поэтому на сегодня дела у меня обстоят так. Хотелось бы вам побольше рассказать, показать, но, к сожалению, на сегодняшний день больше мне показать нечего, и буду я сегодня заканчивать. И если же вам интересно, в какой проект я еще влезла, то, конечно же, жду вас у себя завтра с следующим проектом. А на сегодня у меня все. Всем желаю ровных петель, удачи и добра. Пока-пока.